все прикрепили, отлично. Вот, мы предлагаем партнерство. В нашей компании возможно инвестировать деньги под 10% в месяц. 8, 10, когда 12 бывает в месяц. Депозиты возвратные. Берем деньги в доверительное управление, торгуем на криптовалютных биржах. Вот. Многие считают, что крипта умерла, но это не так. Для тех, кто ничего не понимает, для тех умерла. Кто как бы на рынке профи, у тех все нормально. Дим, слушай, набери мне сам. Пожалуйста. Набери, вот в какое время наберешь, я тебе сразу отвечу. Я стараюсь отвечать всем. Бывает, у меня это из башки вылетает. Я же боксер. Нет, я не в НЛ. С НЛ я давно завязал. Это не моя тема, не моя история. Более, Мерседес у меня уже есть. Ну вот, зачем мне второй? А чтобы получить тот Мерседес в НЛ, который я хочу, мне кажется, там надо... Это лет 5 поработать, не вылазить из офиса. А я не люблю офисные помещения. Люблю свободный лайфстайл. Я очень рад, что прекратились вопросы про Дом 2. Очень. Я просто вам безумно благодарен, что вы больше меня не спрашиваете про Дом 2. Поподробнее, да, пожалуйста, фонд казахстанец, точнее казах-учредитель, вот, сегодня, кстати, я вам его покажу, зовут его Марат Мумбаев, у него своя группа трейдеров, то есть фонд ведет реальную трейдинговую деятельность, то есть это не пирамида, как часто бывает. Кстати, прошли первые звоночники, что и в фонде Gold Job не всем выплачивают деньги уже, дивиденды. Кто в Gold Job? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Так это или нет? Русская компания, у них офис в Москва-Сити. Я уверен, что тут есть хотя бы 1-2 человека у меня в прямом эфире, кто в Gold Job состоит. С Лилией, ну, по поводу Лилии, отвечу в 10-тысячный раз. С Лилией мы расстались в апреле месяце 2018 года, когда я улетел на Бали. После этого мы еще 1 или 2 раза виделись. Вот. Закрыли все свои вопросы, там, которые у нас были там финансовые, личностные, личные. Все вопросы, в общем, мы закрыли. И, ну, как бы после этого я больше этого человека не видел. Я не знаю, что у нее происходит. Я надеюсь, у нее, что у нее все хорошо, потому что, насколько я знаю, то она из радаров пропала. То есть, чем она сейчас занимается, никому не понятно. Мне даже из журнала «Дом 2» звонили, спрашивали, не знаешь ли ты, где Лили. Вот, а по поводу того, что тяжело... Gold Job тяжело выговорить. Gold Job в переводе с английского «золотая работа». Так, девочка какая-то хочет подключиться. Блин, я еду в дороге, я не думаю, что нам будет удобно. Ну, давай попробуем. Интернет. Нет, я не одиночка. У меня есть друзья, у меня есть мама с папой. Но девушки нет. Что-то не хочет подключаться. Не знаю почему. Блин, хотел подключить девочку, и в итоге и музыка пропала, или интернет завис, непонятно. Скажите мне, пожалуйста, про девушку. Ну, нету девушки. Нету девушки, один я. Не могу я сейчас найти девушку, которая бы меня бы устраивала по всем параметрам.
я придирчивый слишком. После уже 4 длительных отношений уже мне, ну, многих девочек на первых этапах я сразу отсеиваю. Я понимаю, что они хотят от меня или что не хотят, и как бы сразу ноу. Английский в нашем бизнесе не нужен, нет. Сайт полностью переведен на русский язык. Обучение бизнесу тоже есть. Вы можете обучиться как трейдингу, так и стать финансовым консультантом в нашей компании. Есть бесплатные курсы, есть платные. Я говорю, кому интересно, я вот внизу номер оставил, это рабочий телефон. Вот пишите туда, вам... Олимп Трейд не торговал, нет. Что это такое? Брокер Форекса или что это? Даже не знаю, что это. Я как-то пробовал торговать на фондовом рынке, на криптовалютных биржах я было время торговал. Ну и сейчас иногда сделки делаю. Очень редко, правда, но иногда делаю. Когда я уверен, вот была недавно сделка, кто в крипте шарит, по проекту Quarkchain, он там в сумме дал 150, по-моему, процентов. Ну, это максимум, сколько можно было заработать. Там примерно за месяц, за полтора за сделку можно было 150 процентов. То есть, например, с $1000, если у вас там... ...или сверху 1500 баксов на Quarkchain. Я... чуть пожадничал, я раньше вышел, я заработал примерно на нем только процентов 70, но тоже неплохо. Вот благодаря в том числе и этой сделочке купил себе новый айфончик. Кстати, у кого есть деньги, не пожитесь, купите себе. Я очень ждал, когда выйдет новый XS Max. И не покупайте на 64 гига. Потому что все телефоны на 64 гига, они тормознутые. Покупайте 256, а у кого прям вообще, ну, деньги некуда девать, купите себе, закажите из Гонконга китайский с двумя сим-картами, если вам две сим-карты надо на 512. У меня у партнера на 512. Я, правда, не знаю, зачем столько памяти. Мне кажется, надо или быть суперфотографом каким-то, или видеоблогером, который на Ютубе делает контент. Тогда, возможно, maybe. Можно ссылку, как ты торгуешь. Какую ссылку ты хочешь? Я же оставил номер телефона, пишите туда. Пообщаемся, может быть. Кому, сразу скажу, кому нужна работа, просто работа, можете не писать. Ну, не тратьте даже мое время. И кому деньги надо одолжить, тоже можете не писать. Кому... кто хочет познакомиться, если вы некрасивая, тоже можете не писать. Вот, только, ну, потеряете зря время. Я красивая. Ну, если красивая, пиши. Ого, требования. Ладно, вы можете быть не красивой, можете быть симпатичной, но тогда вы еще должны быть умной. Должны хоть изредка читать книги, интересоваться, я не знаю, там, примитивным искусством хотя бы каким-то, либо в зал ходить. Ну,
чтобы у нас какие-то общие интересы были. Ребят, если виснет эфир, ничего не могу сделать. Мобильный интернет прекрасного оператора Волком. Это и так лучшее, что здесь может быть. Ну, больше мне нравятся брюнетки. Но, честно говоря, я в последнее время перестал обращать внимание на цвет волос. Я понял, что многие шифруются, многие блондинки, точнее, брюнетки перекрашиваются в блондинок, и на самом деле они очень умные. Главное, чтобы у человека было внутреннее наполнение, потому что очень часто в последнее время мне через полчаса, через час становится человеком скучно, нам не о чем поговорить. Да, желательно, чтобы девушка занималась спортом. Это не прям, ну, идея фикс прям. Если ты не занимаешься там спортом, ты не приседаешь, там все, в бан тебе. Нет, такого нет. Может заниматься, там, может она раньше занималась. Просто, чтобы у нее была хорошая, красивая фигура. Я вышел уже из того возраста, когда там только это, фитнес-бикини мне нравились. Сейчас, кстати, согласитесь, очень сложно. Парни меня поймут, найти хорошую девушку. Хорошую, порядочную. Не эскортницу, блядь. Кругом, блядь, одни эскортницы. Всем, блядь, деньги давай. Дай денег, свози куда-то. Одолжи, блядь. Давай пососуй. Ладно, шучу. Такое редко бывает. Поэтому, наверное, и все мы вот... Я один, Барзиков один. Кто там вообще из нормальных? Пацанов есть. Иванов один. Все одни, блядь. Потому что все, сука, бабы продаются почти. Все продажные, блядь. Причем сколько бы мужик, блядь, не зарабатывал, всегда им мало. Ну, это я про Москву, я не говорю про всех. Это я именно про Москву. В регионах там и в Беларуси этого, конечно, такого нет. Так, короче, ждем музыку и танцы. Надо оценить девочкам, тебя писать или нет. А, танцы будут и музыка сегодня вечером. Сегодня у нас вечером корпоратив. Минимальный там знакомство там с новыми партнерами и тому подобное. Вот. А ночью... У Барзикова нет девушки. А ночью мы гоним в клуб, в Минский клуб. Пока не знаю, какой там. Леша Чайчиц этим вопросом занимается. Но как только узнаю, я вам обязательно скажу. Поэтому, если ты красивая, как там, мы еще на Доме 2 говорили, если ты красивая, умная, желательно с накачанной попой, знаешь хотя бы пару стихов или когда началась Великая Отечественная война, приходи сегодня после 12. Я тебя жду. Пока.